Безусловно, я за вакцинацию, и я сам буду вакцинироваться. И надеюсь, что это произойдет прямо в ближайшее время, потому что все-таки риски очень высокие. Сейчас мы видим то, что возрастает количество случаев заражения, поэтому вопрос актуальный как никогда. Все мы не должны забывать те события, которые произошли летом 2020 года, да, когда у нас был пик эпидемии, когда мы пережили буквально страшные времена. Вот, и мы еще тогда говорили, что единственное, что нас спасет, это две вещи, да, это соблюдение всех санитарных норм и вакцинация. То есть, да, конечно, мы должны уделять очень большое внимание соблюдению социальной дистанции, ношению масок, обработке рук и так далее, но вакцинация здесь не менее значима в этих вопросах. Вот поэтому, безусловно, мы выступаем за то, что это очень важный проект и очень нужный. И, пожалуй, это единственное, что может спасти наше население и здоровье наших сограждан. И, конечно, я считаю правильным то, что медицинские работники вакцинируются в первую очередь, так же, как и сотрудники милиции, там, учителя и так далее. Потому что, да, это люди, которые сталкиваются с большим количеством населения. Мы работаем с пациентами, поэтому для нас это, безусловно, важно. Вот. И также, конечно, это касается группы пациентов, которые находятся в группе риска, то есть с хроническими заболеваниями и преклонного возраста.